Для этого фокуса мне потребуется немножко необычная колода карт. Вы можете спросить, что же в ней необычного? Дело в том, что я до сих пор сам не разобрался. Итак, скажите мне слово «стоп» в любом месте. Здесь? Замечательно. Запомните эту карту. И я оставлю ее вот так вот выдвинутой. И если взять верхнюю карту Джокера и положить его сюда, а нашу пятерку просто задвинуть, вмиг Джокер окажется наверху, а пятерка на его месте. Давайте сейчас я разложу нашу колоду примерно на 4 равные части. И попробуйте угадать, в какой именно находится пятерка. Вы думаете, здесь прекрасный выбор? Если бы вы сказали, что здесь, то здесь была бы двойка, бубна. Если бы здесь, то Джокер и девятка, треф. Но именно здесь находится пятерка, пик. Итак, давайте сейчас я попробую угадать, на какой именно позиции находится пятерка, пик. Для этого мне понадобится размешать колоду и пролистнуть ее. И теперь я с легкостью могу сказать, что наша пятерка находится именно на 11 позиции. Итак, давайте с вами посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 карта именно пятерка пик. Причем, если бы я сказал 12, то у нас был бы король черви. Если бы 10, то у нас была бы девятка черви. И вы можете задать мне вопрос. Так что же это за колода такая, и что же в ней такого необычного? И я вам отвечу то, что вся эта колода состоит из пятерок пик.